на телеканале Shop&Show фейерверк новогодних подарков и скидок. Мы поможем вам подготовиться к Новому году, не выходя из дома. Shop&Show дарит всем своим клиентам персональную скидку в 10% при заказе на сумму 7 тысяч рублей и более. Вы заказали на 10 тысяч рублей? Ваша скидка составит 15% на весь заказ. А если вы настоящий мастер новогоднего шопинга, сформируйте свою корзину на 12 тысяч рублей и более, и мы подарим вам скидку в 20%. Но и это еще не все. Всю неделю телеканал Shop&Show дарит новогодние подарки всем своим клиентам с каждым заказом. Новый день, новый подарок. Сегодня получите стильный платок «Шелковая нежность» абсолютно бесплатно. Следите за эфирами. Заказывайте, экономьте и получайте подарки вместе с телеканалом Shop&Show. С наступающим Новым годом! Здравствуйте, это телеканал Shop&Show, прямой эфир и модная рубрика. Сегодня 25 дней до Нового года, а мы уже дарим подарки. И вот тот самый подарок на сегодня – это платок. Арина Нагаева и Светлана Воронцова помогут вам сегодня создать свою предпраздничную коллекцию. Но, как правило, Ариша, Новый год у нас один день, в ночь 31 на 1. Да. А в чем встречать, например, новогодние праздники, если ты собираешься в гости к своим друзьям? Смотрите уютно, на диване, фильмы. Мы предлагаем вам сегодня облачиться в уютную красоту вязаных платьев. У нас для вас сегодня предложение платье Linet. Платье Linet представлено в размерах от 46 до 58, и цена премьеры 2699 рублей. Но давайте поговорим о комфорте и красоте. Ну а мы предлагаем сразу пойти на подиум, потому что два цвета, которые предлагают сегодня наши поставщики, предлагают два цвета. Марина выбирает сегодня терракотовый цвет. Это любимые оттенки нашей ведущей Ольги Мокшиной. Оля, наш солнечный лучик, очень любит теплые оттенки, и они ей идут, особенно кареглазым красавицам. Лали выбирает сегодня для себя очень стильный ансамбль и украшает платком. Этот платок автоматически придет к вам с платья Linet, платье синего цвета. Здорово, так по-разному смотрится платье, Свет. Но мы привыкли, что платье это, конечно, обязывает. Но не в нашем случае, по-моему. Конечно, здесь сразу хочется начать с комфортного вязаного полотна. Ты знаешь, Ариша, я убедилась, что женщины все-таки зимой привыкли утепляться вязаными вещами. Ну и для тех, кто любит эффектные вязаные вещи, мы предлагаем необычную вязку. Это плотный вязаное полотно, и в состав туда входит хлопок, на самом деле входит пан, заменитель шерсти, поэтому могу сказать, смотрите, здесь доказательство того, что это вязаные изделия с добавлением нитей, это не прокрашенное полотно, а вывязанное. Сложность этой работы подкупает, потому что это действительно эффект ручной работы. Ты видишь, здесь мы видим вкрапление меланжированное, но сейчас давайте посмотрим на рисунок. Вот она, красота. Вообще, Ришенька, у меня даже ощущение, что здесь серебристая люрексовая нить. Да, есть немножко такое ощущение, вот сразу видно высокое качество этого материала. Свет, ну, красота красотой, конечно, это все понятно. А как в носке себя поведет? Ведь вязаная вещь. Да, вязаные вещи сегодня туда добавляют полиэфирную лайкру. Оно позволяет, во-первых, вязаному изделию сохранить свою форму и эластичность. Эластичные материалы дольше живут, ты знаешь, и неважно, сколько ты их носишь или стираешь. И потом, если мы говорим здесь о добавлении хлопка и пана, заменителя шерсти, то нужно учитывать тот момент, что обычно, если бы это были только натуральные волокна, яркие краски быстро вымываются. Здесь мы видим стойкие краски. Еще раз скажу, что это вывязанное полотно с добавлением разноцветных нитей. Ну и ухаживать за такой вещью одно удовольствие. И носить ее приятно, и ухаживать просто. И носить одно удовольствие. Ваше платье не потеряет свои яркие краски. Опять же, если вы будете делать шаг, никакого дискомфорта вы испытывать не будете. Ведь ткань аккуратно и нежно подтягивается. И опять же, если вы захотите надеть его на работу, то, пожалуйста, зацените. Целый день оно и не вытянется, и не помнется. Ты знаешь, Ариша, очень важный момент еще для женщин, как они ощущают себя. Многие не любят носить вязаные вещи, потому что боятся вспотеть. Да. Вот этот банный эффект. Здесь этого не будет, потому что напомним, что в полотно добавлен хлопок. Да, это всегда ваш комфорт, пожалуйста, Свет. Ну хорошо, у нас размеры от 46 до 58. Девчонки, как выбирают размер? Давайте посмотрим на моделей. Лали выбирает 54, у нее 54 размер, и обратите внимание на четкую линию
плеча. Мы сейчас вернемся к подплечникам, там они есть, они моделируют линию плеча. И ты знаешь, кстати, Арин, вот такой секрет. Если есть подплечники, то визуально они моделируют не только плечи женщины, но еще и уменьшают зрительно бедра. Сразу так и не скажешь, конечно, но я вижу это визуально. Сразу видно, что Лали более точеная фигура. Это мне нравится, Свет. Ну и рекомендую все-таки для тех, кто хочет, желает продемонстрировать свои формы, выбирать размер в размер. Помните, что вязаные вещи отлично тянутся и садятся на фигуру. А если вы хотите посвободнее платье, как на нашей Марине, давайте на Мариночку посмотрим. У Марины размер 50-52, сейчас на нашей модели 54 размер. То есть он выглядит очень более свободно в зоне живота и в зоне бюста. А если нестандартная фигура, вот вверх, допустим, намного, ну, на пару размеров больше? Если вверх на пару размеров больше, я рекомендую все-таки выбирать, например, если вверх 54-го, выберите 56-й. Отлично, вот смотрите, это сезонное платье, комфортное и теплое. В нем вы сможете встретить праздники после новогодней, а также сможете отправиться на работу. Так что звоните и выбирайте свой цвет. А ты знаешь, еще такие платья очень хорошо носить с меховыми жилетками, особенно для тех, кто проживает на юге нашей страны. Многие женщины там не покупают шубы, они выбирают шерстяные вещи, либо с добавлением пана, это заменитель шерсти, ну и носят, украшают себя, надевая меховые жилетки. Еще раз напомню, что пан сегодня является заменителем натуральной шерсти. Это волокно обладает теми же тепловыми характеристиками, как и натуральная шерсть. Поэтому 100% гарантия, что вам в этом пальто будет тепло. Так же, как и шерсть, пан впитывает в себя влагу. Ну а хлопок позволит телу дышать. А это ведь так важно. Наш комфорт прежде всего. Ну а здесь еще и красота. И, пожалуйста, вот платок в подарок. Прекрасный подарок и дополнение к платью. Но мы продолжаем нашу программу еще об одном украшении. Вы знаете, что такое украшение сегодня в магазине стоит около 2000 рублей. Наш телеканал уже заранее готовится к Новому году и готовит для вас подарки. Вы получаете сегодня блузу с кулоном «Вдохновение». Блуза представлена в 4 расцветках, и с каждой блузой к вам придет украшение бесплатно. Это специальное предложение сегодняшнего дня. Телеканал «Шоп-н-шоу» каждый день выбирает фаворита. И это специальная цена. Самая выгодная для вас 2299 рублей. И размеры от 50 до 60. Выбирайте свой цвет, выбирайте свой размер. Звоните и заказывайте. Блузок с кулоном «Вдохновение». Ну а к блузе мы обязательно вернемся. Это мой выбор сегодня. И уже на протяжении 3 часов я встречала в ней утром, я встречала первые модные эфиры, между эфирами. Могу сказать, я ее не снимаю, блуза не теряет своей красоты. А сейчас я отвечаю на вопрос ваш. С чем носить блузы? Да. Конечно же, база низа – это юбки или брюки. Но наши брюки непростые. Вот ты как, Арина, утепляешься зимой? Я, когда жила на севере, надевала шерстяные колготы. А я и сейчас надеваю капроновые, но правда, некомфортные. Если тебе некомфортно в синтетических колготах или в шерстяных, есть решение. Это брюки на утепленной флисовой основе. Брюки Татьяна. Слушай, Свет, ты сказала слово флис. Я вот флис люблю, потому что я знаю, что детская одежда всегда сделана с любовью и особым комфортом. Да, все знают, что в состав входит флисовая утепленная ткань, но не все знают, с чем ее сравнивают. Представьте себе, по тепловым характеристикам флис сегодня можно сравнить разве что с шерстью или натуральным пухом. А вот по тонкости этого волокна можно сравнить с тонкостью шелка. Поэтому я могу как стилист сказать, что в этих брюках Татьяна вам будет тепло, но ни одного лишнего сантиметра. Тепло, и вы не потеряете свой стройный силуэт. Сегодня цена премьеры 2199 рублей. И каждому заказу вы получаете свой подарок. Это теплые брюки с эффектом стройности. Размеры от 48 аж до 70. Это так здорово, Свет, что 70 размер присутствует в нашей линейке. И здорово, что вы получаете еще и шелковистый платок в подарок. Я сейчас демонстрирую вам богатую палитру. Этот платок как аксессуар. Посмотрите, его не отличить от натурального шелка. Это декоративный шелк. Если ваша шелковистая текстура ваших украшений, блузы, платья или ваши платки теряют свою красоту, то декоративный шелк является прочным. Ну а сейчас давайте вернемся к нашим брюкам. Да, давайте вернемся к нашим брюкам, потому что, Свет, смотри, когда я выбираю себе классические брюки или вообще любые брюки, я всегда обращаю внимание на посадку. Это очень важно, не только ты. Сегодня многие женщины уже не раз убедились, что европейские производители предлагают нам лекала, рассчитанные на европейских женщин. Но у нас у русских женщин есть свои нюансы. Например, если посмотреть на зону живота, так, давайте посмотрим сейчас
сейчас, чем отличаются наши брюки? Кстати, это тоже бренд Пала. Чем они отличаются от других? Вот да. Многие женщины взрослые, моя мамочка, часто спрашивают меня: Свет, у моей мамы, кстати, стройные бедра, но есть секреты в зоне животика. Угу. Смотрите, наша ткань мягкая и эластичная. Эластичность ткани на зоне живота превышает эластичность 8 раз. Поэтому, если у вас животик, то эта ткань растянется и подстроится под ваши параметры живота. И мы выбираем брюки Татьяна, которые без застежек подстроятся под параметры женщин. Вот здорово, они в этом месте мягкие и эластичные, а дальше идет плотная ткань, да? А дальше идет плотная флисовая ткань. Кстати, могу сказать, что она с добавлением вискозы, но ткань настолько плотная, что она даже не продуваема. Ну, так как там находится флис, в них можно ходить и на работу, и в помещение, и на улице. Слушай, это так необычно, на самом деле. Это вот чувствуется забота производителя о наших женщинах. Правда, вот не встретишь в магазинах именно такой качественной, подобранной посадки. 2199 рублей. И прекрасные размеры от 48 до 70. Ну смотри, еще хочу показать, все-таки флис обладает действительно редким даром, он очень мягкий. Вот у меня постоянно раздражалась раньше кожа из-за того, что я носила шерстяные колготы. Да. Ну а куда без них? Наш флис содержит именно вот эти ворсинки, которые сравнивают с шерстью. Поэтому флисовые брюки защитят вас до минус 20 градусов. Я могу сегодня смело сказать, что если женщина любит носить укороченные дубленки, то именно флисовая ткань сегодня добавляется не только в детскую одежду, но и во взрослую. Свет, это не только защита и просто комфорт, это же еще наше здоровье. Это конечно, так важно. Зимой, особенно женщинам. Да, именно зимой приобретайте сезонные брюки. Ведь я вот сказала бы, что это какой-то ноу-хау этого года. Такого раньше я не встречала. А вообще могу тебе сказать, что бренд Пала очень популярный бренд, и он отличается еще европейским качеством. Здесь мы видим с вами шов. Он двухслойный. Это соединительный шов, который соединяет боковую часть брючины. Этот шов помогает брюкам очень долго носиться и износостойкий материал, плюс качество швов. Хочу сказать, что таким брюкам срок годности я вот в 5-7 лет бы их носила, потому что зона внутреннего бедра здесь не будет протираться. Это важно. Ну и можно вот сказать, что вот такие классические черные брюки, они вот на все времена и под любую вот одежду нашу подойдут. Вот мы даже сегодня говорим о специальном предложении дня. Mm-hmm. Марина выбрала для себя сливочный цвет блузы «Вдохновение» и сочетает с брюками на флисовой основе утепленные брюки Татьяна. Ну разве ты бы издали сказала, что эти брюки утепленные? Да нет, конечно. Конечно, они выглядят как праздничные брюки, причем флис позволяет вам ощущать себя комфортно в течение всего дня. Никакого банного эффекта. Брюки на все времена, брюки на любое событие. Это сезонные брюки, которые вас не только сделают вашу фигуру стройной, но они вас защитят от холода. Это ваше здоровье. У нас прекрасная размерная линейка до 70 размера. 2199 рублей. И сегодня вы получаете в подарок платок с каждым заказом. Ну, а если сейчас возвращаться к размерам, могу сказать, что женщины 70-го размера крайне редко сегодня в магазине могут найти брюки. Да. Поэтому особое предложение сегодня для вас канун праздников. Как выбрать дистанционный размер? Если у вас узкие бедра, размер в размер, даже если есть животик, не беда. За счет эластичной посадки брюки подстроятся под параметры, а где-то даже подтянут формы. Никакого эффекта сдавливающего, дискомфорта не будет. И обратите внимание на то, что лучше для женщин, у кого широкие бедра, выбирать на размер больше. Звоните и заказывайте брюки Татьяна. Ну а сегодня уже многие женщины обратили внимание, и ни одна красавица на телеканале Шопеншоу уже подошла ко мне. Все знают, что я люблю украшения. Многие спрашивали меня: Светлана, это твое украшение? Где ты его купила? Но как приятно получать это украшение в подарок. Уже заранее телеканал Шопеншоу поздравляет вас с наступающим Новым годом. Женщины в Новый год очень часто продумывают свои ансамбли. И основной главный вопрос – как сочетать украшения с выбором вашим? Поэтому накануне праздника Нового года от телеканала Шопеншоу вы получаете этот подарок вместе с блузой Вдохновения. Вот здорово, когда производители думают о нас и то, что с чем сочетать. Не всегда женщины умеют подобрать украшения под свой наряд. Здесь за вас все решили дизайнеры. Сегодня 2299 рублей. Это специальное предложение дня. Обратите внимание, максимальная скидка, самая выгодная покупка на телеканале. Блуза придет не одна, а с украшением в подарок. Но это еще не все подарки сегодня.
У нас 4 цвета на выбор. Если каждая женщина сегодня заинтересована в выборе цветовой палитры новогоднего наряда, могу сказать сразу, какой бы вы ни были знак зодиака, красный подойдет любому. Это фаворит, этот новый цвет, популярный в 2017 году. Он плавно перешел из 2016-го. Очень нарядный и яркий. Но если вы любите нарядные, но более спокойные, есть молочный, очень красивый. Действительно, к каждой блузе придет украшение, похоже на лунный камень. Я расскажу о всех секретах этой блузы. Помимо украшения необычного фасона, эта блуза еще и очень комфортна. Для тех женщин, кто любит более темную палитру, например, дорогой цвет сапфира, мы предлагаем вам сегодня яркое украшение и сапфировый цвет. Итак, блуза с кулоном вдохновения. Сегодня размеры от 50 до 60. Ну давайте посмотрим, как смотрится блуза на наших... И четвертый цвет выбираю сегодня я. Это оттенок васильковый. Электрик, он сегодня получил огромную популярность среди женщин. Если у вас серые глаза или голубые, украсьте себя оттенком василек. Вы чувствуете, насколько глаза стали по-другому, они как-то заиграли? Вообще для женщины очень важно, как она выглядит. Подчеркните свои прекрасные синие глазки этим цветом. Свет, тебе очень идет. Спасибо, но я Орешенька. Хотела сразу еще спросить, как ты себя чувствуешь в ней? Очень комфортно. И здесь заслуга, конечно же, свободного фасона и ткани. Но я предлагаю сейчас посмотреть на подиум, наша Лали. Ты знаешь, вот издали создалось впечатление, что Лали выбрала платье. Да. А ведь на Лали блуза с кулоном вдохновения темно-синего цвета. И юбка. Юбка изящный мотив от бренда Олмис. Именно благодаря тому, что наша блуза и юбка одного цвета, выглядит наряд Лали как имитация платья. Это очень выгодно. Вы выбираете и платье, имитация платья, и блузу, и юбку. Плюс 3 дополнительные вещи в ваш гардероб. А плюс еще это будет бесплатная доставка и скидка на нашем фестивале скидок. Shop & Show дарит вам подарки, несмотря на то, что до Нового года уже еще осталось 25 дней. Наша Марина выбирает сегодня блузу с кулоном вдохновения. У Марины классический ансамбль, бело-черный. Это тоже очень актуально. Несмотря на то, что год огненного петуха, многие модницы продолжают выбирать классические наряды для себя. Марина выбирает брюки Татьяна и блузу с кулоном вдохновения сливочного цвета. Я, кстати, тоже выбрала сегодня для себя комплект. Юбку изящный мотив черного цвета. Эта юбка у меня есть в гардеробе. Я уже всем делилась этим приобретением, и она есть у моей сестры. Когда я была у сестры в гостях, она влюбилась в эту юбку. К юбке вернемся позднее. Но что меня сегодня радует, и Арина задала вопрос. Света, как ты себя чувствуешь? Ведь это главный вопрос, который задают женщины. Они говорят, девочки, мы не можем прикоснуться к этой ткани. Как я буду чувствовать себя в ней? Вы знаете, вы будете наслаждаться. Настолько тело дышит благодаря этому свободному фасону. Эти рукава, они дают столько свободы. Но на самом деле могу сказать, что даже Оля Мокш подошла ко мне и сказала, ух ты, какой фасончик. На самом деле, смотрите, шифоновое полотно – это прозрачный соблазн. Но мое тело закрыто, потому что внутри есть еще одна ткань – это вискозный трикотаж. Вот, здорово. Это именно ткань защищает нас от того, чтобы наше тело не просвечивало под шифоновой легкой накидкой. И еще мне очень нравится, Ариша, для того, чтобы многие женщины сегодня определились со своим выбором, могу сказать сразу, здесь скрыты все нюансы нашей фигуры. Не у каждой женщины с возрастом идеальные ручки. Вы хотите их прикрыть, это получается. Причем рукав не обязывает, он свободный, рукав летучая мышь. Ну а сейчас мне бы хотелось раскрыть секреты все у нас на плечиках. Давайте посмотрим еще на наших моделей. Лали выбирает сегодня юбку, так же, как и я, изящный мотив. Темно-синий цвет, имитация платья. А вот Маринечка выбирает брючный ансамбль. Давай, Решенька, сейчас покажем все секреты. Вот, я готова продемонстрировать вам сейчас внутренняя блуза, блуза топ. То есть у меня вообще складывается ощущение, что у нас две блузы. Это топ из вискозы, очень хорошее, мягкое, эластичное полотно. Она так приятно сидит на теле, что я ее вообще не чувствую. Вот знаешь, бывают производители сделают шифоновую блузу, а об нижней блузе заботьтесь сами. Здесь производитель все продумал. Там внизу цвет в цвет, комфортная вискозная маечка. Вообще я хочу сказать, что уже почти 300 модниц
заказали сегодня для себя эту летящую стильную блузу. Не бойтесь, пожалуйста, выбирать для себя эту блузу. Выбирайте размер в размер, потому что легкие блузы летящего кроя садятся идеально на любую фигуру и маскируют наши секреты. А у нас уже 300 модниц заказали такую блузу. Я рада, что в этот Новый год вы будете выглядеть и ярко, и чувствовать себя комфортно. Аришенька, это очень важно. Только что нам сообщил наш продюсер, мы связались с колл-центром, чтобы подвести итоги. Какой цвет становится самым популярным? Ну, как мы и предполагали, самый популярный цвет не только этого года, 2017-го, но и популярный цвет среди женщин – это красный. Ура, побеждает красный, а значит, этот год будет ярким, а значит, наш петушок будет доволен. Ну, ты знаешь, даже несмотря на то, что Лали, например, выбрала темно-синий цвет, ее наряд выглядит очень гармонично. При этом хочу сказать, какой бы цвет вы ни выбрали, не забывайте, что наша блуза вдохновения придет к вам с кулоном. А именно благодаря кулону он является завершающим штрихом к вашему ансамблю. Вы уже не будете ломать голову, какое украшение подобрать к вашему праздничному наряду. Выбирайте цвет, выбирайте свой размер и блистайте. Это ваше вдохновение новогодней ночи. 2299 рублей. Я хочу, Свет, напомнить нашим постоянным покупателям, если вы весь год копили бонусы на свои золотые карты, то самое время именно сейчас потратить. Ведь скоро Новый год, скоро подарки. Скоро всем понадобится потратить эти бонусы с выгодой для вас от телеканала Shop & Show. Ну а сейчас мы продолжаем вас украшать. Ты заметила, что у нас сегодня, что не следующее предложение, но на каждом предложении имеется украшение. Вот здесь, друзья мои, украшений предостаточно. Вообще, для любителей броши, пуговица на нашем пальто выглядит как пуговица-брошь на платье. И натуральный мех норки. Кто хотел для себя норковую шубу, но уже разочаровался в том, что все-таки, когда вы попадаете под мокрый снег, ваша норка превращается в крысиный мех. Как защитить себя в холода, но при этом оставаться сухой? В этом вам поможет наше предложение сегодняшнего дня. Да, здорово. Обычно такие элементы, кстати, бывают на очень дорогих шубах. Вот такие нарядные пуговицы. Сегодня пальто Тамара в нашем прямом эфире представлено по цене 10 999 рублей. Но, во-первых, у вас скидка 4100 рублей. И еще плюс. Вы получаете скидку 15% на нашем фестивале скидки. Это сколько будет стоить пальто? Минус получается 15%. Не 10 999 рублей, а 9350 рублей. Это сегодня? Это только сегодня. 10 999 и 9350. Удивительно. Ну, я могу тебе сказать, что такие пальто у нас обычно всегда очень популярны. Тем более, если учитывать, что в преддверии праздников женщины хотят обновить свою верхнюю одежду. Арина совершенно была права, когда мы наше пальто сравнили с шубой. Но у меня сразу возникает ощущение неприятной тяжести на плечах. Шуба. Давай сейчас скажем сразу все плюсы нашего предложения. Она легкая. Я тоже попробую. Она очень легкая. И мне нравится, что у нас пальто Тамара представлено не в одном цвете, а в трех. Давайте знакомиться с палитрой и с расцветками сегодняшнего дня. Не менее популярен винный цвет. Ты знаешь, я обожаю, что женщины в возрасте, не каждый выберет красное пальто, да, но каждая остановит свой взор на бордовом. Он считается более благородным и глубоким. Здорово, мне очень нравится. Следующий цвет – это какао. Он действительно редкий и очень необычный. Он считается уже универсальным, потому что многие женщины, которые выбирают такую одежду, ее можно сочетать с любым головным убором и обувью. Оттенок какао. И еще один универсальный цвет, он необычный. Я его называю черный жемчуг. На самом деле это дымчатый серый цвет. Мне очень нравится, что каждое пальто украшено мехом норки, и она идеально прокрашена. Она идеально прокрашена под основу пальто. Когда вы обращаете внимание на такие детали, многие называют это мелочи, но это не мелочи, они говорят о качестве производителя. И потом посмотрите, как мех блестит. Значит, качественное окрашивание произошло. Когда вы приходите в парикмахерский салон, и ваши волосы тускнеют, краска была плохая, а здесь мех блестит. И я еще хочу раз показать вам, что на каждом пальто к вам придет брошь. Это функциональная пуговица, но она дополняет наш ансамбль. Да, сразу становится такой статусный и нарядный вид. Я так хочу примерить это пальто на себя, но давайте посмотрим сначала на Лали. Она уже сделала это. Да, Свет, слушай, у нее Лали прям вот постранела. Ты сказала, что это пальто теплое.
Да. И, но я не вижу объема. Ну, во-первых, Лали подпоясалась. Когда женщина использует зону пояса, то она всегда автоматически становится, у нее силуэт вырисовывается. Угу. Но сейчас мы посмотрим на все детали, а я раскрою, в чем же секрет, почему Лали, выбирая теплое пальто, постройнела и сохранила свою фигуру. Ты знаешь, весь секрет, конечно же, в утеплителе. Вот многие женщины, когда выбирают для себя шубы, почему они их перестают носить? А не только потому, что шуба очень тяжелая, потому что она придает объема, женщина становится какой-то тучной. Давайте посмотрим на секрет. Что скрыто внутри? Вот когда к вам придет такой паспорт качества, пожалуйста, посмотрите на него. Это паспорт качества подтверждает, что 70% натуральной овечьей шерсти находится внутри. Утеплитель нового поколения Шерстикрон. Производители провели эксперимент. Они нарядили одну женщину в их пальто, Тамара, другую женщину тоже в теплое пальто из других утеплителей и сделали искусственные порывы ветра. Женщины, которые были в участвовали в этом эксперименте, делились своими ощущениями. Одна так и ощущала себя защищенной тепло. Это было пальто Тамара Шерстикроном, потому что Шерстикрон обладает соединениями с полиэфирами. Не случайно. Это упругое соединение под воздействием температур, термоскрепление, не теряя теплового эффекта даже после многочисленных стирок. Поэтому мы даем вам гарантию вместе с производителем. В этом пальто не только морозы до минус 30 не будут вам страшны, но и порывистые холодные ветра. Особенно это касается тех, кто живет на крайнем севере, в Сибири, на Дальнем Востоке. Вот, то есть, если я выхожу утром в минус 30, а на улице еще и ветер, я становлюсь на остановке, и что? Хорошее настроение мне обеспечено, потому что со мной утеплитель нового поколения. И только сегодня вы сможете максимально сэкономить. Сегодня цена премьеры 10 999 рублей. Но только сегодня вам достается это пальто за 9350 рублей. Плюс бесплатная доставка. Ну и плюс платок в подарок. Кстати, платком Марина украсила себя. Сейчас Марина показывает вам оттенок бордо, длину рукава. А вообще длина пальто, отвечаем на вопросы женщин, очень хорошая. 98-100 сантиметров. Она позволит носить ваши любимые платья, юбки. Зона коленок будет закрыта. Вот, кстати, при ходьбе, при морозе и при ветре очень часто мерзнут коленки. Здесь идеальная длина. И это пальто можно носить без пояса и с брюками. То есть у нас еще и два варианта носки. И еще, друзья мои, хочу поделиться с вами ощущениями. В пальто очень тепло, мне даже жарко. Но удивительно, я не потею. В чем секрет? А вы знаете, я не сказала самое главное, что Шерстикрон очень быстро впитывает влагу. Поэтому вы всегда будете ощущать себя в сухости. Это очень важно. И не забывайте про подкладочные материалы, ведь они играют тоже важную роль в создании вашего теплового эффекта. Вы знали, что атласные ткани и шелковистые обладают не только эффектом прохлады. На самом деле, плотное атласное полотно тоже не пропускает порывы ледяного северного ветра. Вот, да, это тот вариант, когда не стыдно показать изнанку. Слушай, ну все-таки я поражаюсь, какой умный нынче материал. Да, материал действительно очень умный, а я бы сейчас еще отдала предпочтение и поблагодарила наших производителей, которые используют высококачественную ткань Дюспо. Ведь секрет в том, что шуба вас не защитит от влаги, от мокрого снега, а наша Дюспо защитит, у нее есть водоотталкивающая поверхность. Кстати, это используют для создания спортивной одежды и спальных мешков. Слушай, Свет, здорово, еще вижу, вот здесь я такую фигурную стежку. Да. Что она дает? Ну, кроме... Выглядит очень богато, да? Выглядит потрясающе. Ты знаешь, да. Причем хочу сказать, что на каждом пальто вот эта фактура совершенно разная. Это хорошо, это выделяет женщину. Да. А вот такие рисунки выглядят очень дорого. Стежка на самом деле тоже влияет на стройность женщины, потому что она прибивает утеплитель к основе изделия и не создается эффекта мешковатости. Ну и потом это принт, это рисунок. Потрясающе, выглядит действительно статусно и дорого, и вы будете выглядеть точно так же. Вы сегодня защищаете себя до минус 30, вы защищаете себя от ледяного ветра, плюс вы защищаете себя, извините, от влаги, допустим, на улице, если вдруг пошел мокрый снег. Сегодня статусная норка, доступная вам. Сегодня максимальная скидка, сегодня пальто приедет к вам по бесплатной доставке за 9350 рублей, и плюс подарок платок. А еще я хочу
хочу напомнить, что многие женщины почему-то дистанционно боятся выбирать верхнюю одежду, потому что не во всех населенных пунктах есть химчистка. Нам позвонили сейчас из сибирских краев. Я хочу сказать, друзья мои, те, кто проживает в небольших деревнях и поселках, выбирая пальто Тамара, вы не только экономите средства по химчистке, вы можете стирать это пальто в домашних условиях. Только дайте хорошенько просохнуть норки и сушите это пальто на плечиках. Сегодня специальное предложение дня. Это блуза с кулоном вдохновения. Сегодня специальная цена, максимальная выгода. 2299 рублей. И у нас очень яркие и красивые цвета на выбор. Василек, красный, молочный и... Темно-синий цвет. Каждому цвету блузы с кулоном вдохновения вы действительно получите комплимент от нашего производителя и телеканала Шоп-н-Шоу. Вот один такой кулон, как аксессуар, в магазине стоит порядком 2000 рублей. Я могу сказать вам точно, эта блуза подарит вам настоящее комфортное ощущение, свежести. Вы не будете ощущать на себе эту блузу, но эта блуза будет скрывать некоторые секреты вашей фигуры. Ну а мы продолжаем. Ну, мы оделись сверху, мы утеплились шерстикроном, а теперь мы хотим подобрать себе сапожки, нарядные сапожки. Это необычные сапоги. Я сегодня под таким впечатлением, Марина, причем блеск на каблуке сапога идеально переливается с твоим платьем. Да. Друзья мои, до чего дошел прогресс? Я удивляюсь каждый раз, получая новую коллекцию одежды и обуви, но сегодня... Эти сапоги! Друзья мои, я поражена, насколько они блестят. Словно все камни мы собрали из рубрики украшения и присоединили к сапогам. Это сапоги Рига. Я помню, как эти сапоги принимали участие в моей программе «Тут и Луки», насколько они стали популярны. Поэтому женщины в преддверии новогодних праздников попросили нашу модную рубрику показать вам этот блеск вновь. С чем сегодня мы предлагаем вам сочетать сапоги Рига? Эти сапоги вместо туфель будут украшать ваши наряды. И, кстати, если вы проживаете на юге нашей страны, то и в теплую зиму вы можете их надевать и ехать куда-то в гости. Свет, вот здорово. Я бы сказала, что этот блеск вот в самый раз. Он не слишком навязчивый, он такой элегантный, да? Да, очень красиво. Ну, а ты заметила, как стройнит черный цвет и текстиль под замшу ножку? Наша Лали сегодня не расстается с пальто, мы о нем только что говорили. Это пальто Тамара. Но как эффектно смотрится это пальто вместе с сапогами. Очень статусно, очень дорого. Подожди, ты говорила сегодня, что у нас скидки? Да, сколько у нас же фестиваль скидок. Смотрите, если вы выбираете полный образ, который сейчас на Лали, это сапоги Рига и пальто Тамара, то вы получаете 20% скидку плюс бесплатную доставку и платок в подарок. Я хочу сейчас поделиться комфортными ощущениями. Это невероятно. Во-первых, почему сегодня сапоги-чулки из эко-материалов очень востребованы? Они сядут на полноватую ножку. Смотри, эко-материалы сегодня очень хорошо тянутся. Складывается ощущение, что настолько хорошо выделана замша. Вы видите этот эффект эластичности? Ага. А сейчас представь, как он будет подстраиваться под параметры ноги. Я не случайно сказала, что эти сапоги можно носить на ранней зиме или те, кто проживает на юге. Дело все в том, что внутри у нас байковый эко-мех. Вообще его называют вельбуа сегодня, из него даже одежду отшивают. Он мягкий, но в нем содержится маленький процент шерсти. Гладишь его, и такое наслаждение, такой мягкий. Если вы хотите, я вам покажу сейчас, насколько мягкие наши материалы. Слушай, мягкие и податливые. Слушай, вот это современные материалы. Потрясающее качество и потрясающий эффект. Размеры от 36 до 41. Если вы уже полюбили эти сапоги, звоните, телефон бесплатный. И цена премьеры 4499 рублей. А я вот еще хочу поблестеть. Вот, на это можно смотреть бесконечно. Такое мерцание, а многие задают вопрос. Вопрос, друзья мои, спрашивают, Света, это все красиво, все блестит, да. Но насколько прочно? Воспользуюсь своим орудием. Посмотрите, я пытаюсь сейчас накатком сколупнуть хоть один камушек. Аккуратней. И это особенно видно хорошо на белом столе. Ничего у нас не отлетает. Это качественное соединение при помощи тканевого клея. Сегодня присоединяют стразы не только к одежде, но и к обуви. Вы видите, ни одного камушка у нас не откололось. Это качество. И при этом я хочу вам сказать, что... Мне нравится, как при ходьбе будет мерцание это играть. Вот здорово, в этом качестве вы можете быть уверены. И опять же, таких сапог вы не встретите ни у кого. Вы будете одна, единственная и неповторимая женщина. Ой, какое мерцание! Могу сказать точно, что наши модели иногда из прямого эфира уходят в этой обуви. Они забирают и покупают ее
себе. Поэтому могу сейчас намекнуть не только эти сапоги для молодых женщин, но и для женщин прекрасного возраста. А я всегда после эфира звоню своей маме. Мама наша постоянная клиентка, телезрительница, она любит нашу программу. И я у нее спрашиваю, что тебе понравилось, а потом заказываю. Свет, ну вот эти сапоги мы 100% можем назвать комфортными, потому что я вижу, как уверенно двигается Лали. Каблучок как? Конечно, каблук очень устойчивый. Вообще высота каблука 6,5-7 сантиметров. Если говорить и следовать советам ортопедов, то они именно советуют женщинам ходить на каблуках. А на высоком каблуке не каждая сможет проходить, особенно если это шпилька. Наш каблук устойчивый, квадратный. И для женщин богатого веса это, конечно же, очень хорошая помощь вашей ступне и позвоночнику. Слушай, а еще вопрос, вот спрашивают. Можно назвать их только праздничными или на повседневность сейчас можно себе позволить? Конечно, можно. Блеск? Нет, если ты заметила, то в Москве многие модницы выбирают для себя именно праздничные варианты сапог. Можем носить их каждый день. Отлично, я заметила. Станьте модны вместе с нашими сапогами Рига. Станьте не только модными, но и стройными. Хочу поделиться сейчас с вами секретом своей стройности. Конечно же, немаловажную роль в облике женщины играют правильно подобранные вещи. Я не раз говорила в наших программах, насколько грамотно вы подходите к своему гардеробу. Давайте выбирать вещи, которые не только нас согревают, не только в сезон они актуальны, но еще и влияют на стройность нашей фигуры. Я нашла решение своей стройности сегодня в юбке «Изящный мотив». И случайно эта юбка так и называется «Изящный мотив». Здорово, если у вас уже есть ваша юбка-карандаш, то наверняка мы все равно сможем вас удивить. Во-первых, мы сможем удивить вас ценой 2299 рублей, и это цена премьеры. У нас всегда прекрасная размерная линейка от 48 до 60 и цвета на выбор. А еще мы можем удивить вас тем, что в нашей юбке есть кружево. Вообще, если говорить о базовых вещах, то они сегодня как-то очень банально представлены многими производителями. Наша юбка «Изящный мотив» может выделяться кружевом. Причем качество видно на лицо. Не только кружево, но идеальной подборки по цвету. Это первый оттенок, ягодно-винный оттенок бордо. Я называю такой цвет зимняя вишня, но это не единственный цвет. Следующий цвет это темно-синий сапфировый цвет. Смотри, мне очень нравится, как богато подобрано здесь кружево, гипюр. Синий и на нем яркие голубые цветы. Если вы уже влюблены в эту оригинальную юбку, могу вам сказать, что прямо сейчас определяйтесь цветом и выбирайте свой размер. Да, потому что все это может закончиться. Невероятной популярностью пользуются эти юбки. Кружево на каждой юбке, низ изделия правильно оформлен кружевной вставкой. Если вспомнить Арина, то кружево сегодня на пике популярности. Это то волокно, которым раньше женщины украшали себя высших сословий. И я хочу сказать, что сегодня это возможно для каждой женщины. Давайте посмотрим на подиум и попробуем дистанционно определиться с размером. Это так здорово и так необычно. Это для женщин, которые любят удивлять и любят быть в центре внимания. Потому что вот сезонная зимняя юбка с кружевом, это вот, ну... Это большая редкость. Да. Давайте посмотрим на Марину. Марина сегодня не расстается со специальным предложением дня блузы вдохновения. И как хорошо сочетается юбка, изящный мотив с нашей блузой. Говоря о том, что следующий год огненного петуха, даже если вы выбрали блузу сливочного оттенка, вы же можете юбку выбрать бордового. И мне очень нравится, что этот винный оттенок так подходит к цветотипу Марины. Она у нас яркая брюнетка. Но ты знаешь, Аришенька, в чем преимущество именно этого цвета? Чего? Винный оттенок выбирают сегодня все, от мала до велика. И даже если у женщины прекрасный возраст, к красному она относится иногда критично, да, считая его ярким, то винный цвет ни одна не пройдет. Да, винный цвет смотрится благородно. Ну что же, а Лали сегодня выбирает... как будто платье. Темно-синий цвет, да. Но на самом деле, когда женщина выбирает микс одного цвета вверх и низ, выглядит это как альтернатива платья. Посмотрите, Лали сегодня выбирает юбку изящный мотив синего цвета. Но сочетаясь с блузой вдохновения, выглядит это как платье. Если сейчас посчитать, могу сказать точно. Для экономных хозяек это идеальное решение, чтобы пополнить свой гардероб сразу тремя моделями. Это да, имитация платья, это базовая юбка и блуза. Да, а еще плюс, если вы заказываете готовый образ, это сапоги Рига, юбка, изящный мотив и наша блуза вдохновения, то у вас будет скидка по нашему фестивалю скидок.
Я хочу сказать сейчас, что комфорт играет немаловажную роль в жизни женщины. Если вы хотите, чтобы ваша жизнь стала намного комфортнее, получать удовольствие от юбки-карандаш, и вы уже давным-давно забыли о костюмной ткани, то трикотаж – ваше спасение. Вообще, Ариночка, вот если говорить о богатствах формы, то женщины с бедрами широкими выбирают именно эластичные ткани, потому что они хорошо садятся. Свет, ну здорово, мы с трикотажем все знакомы, хорошо. Но чтобы кружево было на подоле юбки, это очень необычно. Как низ юбки, в ней ходить? Да, низ юбки действительно хорошо украшен. Предлагаю посмотреть на моделей. Давайте посмотрим на модели, потому что... Мариночка, помоги мне, посмотрим на Марину. Фасон юбки-карандаш. И наша ведущая Арина Нагаева задала мне вопрос, который прозвучал сейчас в прямом эфире. Позвонила нам в колл-центр нашей постоянной телезрительницы, и она спросила: Свет, на юбке нет никаких разрезов, как двигаться? Да. Но сейчас мы смотрим на начало юбки, это эластичная вставка. Благодаря этому вы садите юбку по своим параметрам, а вот вам эластичный гипюр-кружево. Посмотри, Арина, здесь и разрезы-то не нужны, потому что эта юбка идеально тянется. Сколько длина шага человека? Метр? Метр. Да, 100 сантиметров. Вот, вы спокойно шагаете, юбка при этом не деформируется, а вам очень свободно и комфортно. Вот здорово, если вам уже понравилась эта юбка, но вы сомневались, потому что не знали, как в ней вы будете себя чувствовать, то вот вам ответ. Пожалуйста, Марина вам показывает, эта юбка отлично тянется. А еще хочу напомнить нашим женщинам, что специально для вас мы измеряем сейчас длину каждого изделия. Угу. Поэтому, если у вас возникает вопрос, где будет заканчиваться юбка на вас, то хочу напомнить, 77 сантиметров, плюс-минус 2 сантиметра в зависимости от выбора размера. Если хотите подчеркнуть красивую линию бедра, у вас узкие бедра, это перевернутый треугольник или прямоугольный треугольник, или прямоугольный тип фигуры, или песочные часы, выбирайте свой размер. Для женщин типа груша с широкими бедрами рекомендую плюс один размер. Света, давай расскажем, как ухаживать, потому что иногда кружево ведет себя капризно. Трусиха. Вот ты, наверное, давным-давно не работала со мной в прямом эфире, потому что я уже не раз, Орешенька, говорю, что не Ой, нужно бояться. Ой, как ты его тянешь. Ну, конечно, не нужно бояться кружевных тканей. Вот сейчас я не боюсь и натягиваю это полотно. Но вы не видите, вы видите, что ни один сантиметр ткани не пострадал. Знаете, как проверить наличие эластана? Просто потянуть изделие. А знаете, как проверить качество эластана? Если вы видите, что выскочила бахрома, эластан плохой. Но если вы натягиваете изделие, и оно остается целым, это 100% качество дорогого кружева гипюр. Высокое качество. Если вы любите выделяться, если вы любите все необычное, звоните прямо сейчас. Изящный мотив. Если у вас возник вопрос, вы выбрали юбку изящный мотив и сомневаетесь, какой цвет к какой юбке подойдет, берите классику жанра. Или красный с черным, или сливочный с черным. Для тех женщин, кто любит удивляться и удивлять, выбирают сегодня необычную блузу. Они вдохновляются еще и украшением, которое придет в подарок. Блуза с кулоном вдохновения. Вы можете ощутить свое вдохновение. Цена только сегодня 2299 рублей. Скидка 1200. Это самая выгодная покупка на телеканале Shop & Show. Выбирайте свой цвет. Это комфорт и красота. Но продолжая тему о комфорте, Ариша, могу сказать точно. Женщины сегодня предпочитают различные текстуры в своем гардеробе. Да. Это правильно. Если мы на праздник пойдем в шифоновых материалах, то на работу или в гости, или на встречу с друзьями мы будем выбирать вязаные вещи. Давайте познакомимся сейчас еще с одним предложением сегодняшнего дня. Это очень уютная, но такая стильная туника Лада. Туника Лада сегодня представлена в размерах от 50 до 58 и по цене премьеры 2699 рублей. У нас три цвета на выбор. Это сочная бирюза. Для тех, кто любит ягодные оттенки, не менее популярный в новом году оттенок брусники. Ну и, конечно же, сочная горчица. Я сейчас задаю вопрос женщинам нашим. А обычно вы так привыкли выбирать для себя базовые расцветки: коричневый, серый, черный. Но при этом замечаете, что никак что-то не радует. Вот меня эта жизнь, да? Как-то все пасмурно. Может быть, стоит разукрасить ее? И если вы боитесь слишком много ярких красок в свой гардероб, достаточно будет одной базы. Вот здорово. Сделайте встряску своему гардеробу и встряску своему настроению. Хорошее настроение вам обеспечено только в таких ярких расцветках.
Но еще одна приятная деталь. Вообще, когда я выбираю такие вещи, я удивляюсь, насколько тонко дизайнеры подошли к нашей тунике. Угу. Наша туника Лада тоже имеет украшения. Причем перед выходом в эфир Арина Нагаева задавала мне вопрос. Света, это что, натуральная кожа? Нет, Аришечка, это эко-кожа, которая сегодня широко применяют в текстильной промышленности. Из нее делают сегодня не только обувь, но и дополняют и отшивают одежду. Свет, это вот сейчас самый модный элемент, по-моему, имитация кожи на вставки. Вязаных. Да, совершенно кстати. Верно. Ты выбрала уже для себя расцветку? Да, мне очень понравился этот идет. Цвет. Яркий. Обычно мой зимний гардероб, он сплошь и рядом из черных, и серых, и коричневых оттенков. Но я говорю, нет серым будням. Я хочу праздника. Молодец, теперь давай выберем тебе размер. А если учитывать то, что размерная линейка от 50-го, а туника у нас уже подразумевает, угу. что это свободная туника, что это свободная вещь, я тебе рекомендую выбрать на размер больше. Именно наша размерная линейка начинается от 50-го. Арина носит 48-й, а тунику выбирает 50-го, так же, как и Марина, на размер больше. Итак, а Лали выбирает у нас? А Лалечка выбирает размер в размер. Ага. Вот мы сейчас хотим показать вам на самом деле, что лекало туники настолько эффектное, что оно нигде не обжимает фигурку. Ну а вставки черного цвета по бокам, ты заметила, что девочки стали визуально меньше? Да, это за счет этих вставок? Да, это за счет вертикальных вставок, которые Марина вам сейчас показывает. Давайте посмотрим на детали вашей стройности и на секреты. Это очень важно, Арина, когда женщина, выбирая вязаные вещи, боится автоматически поправиться. Ну, что такое вязаные вещи? Угу. Многие думают, что это толстая вязка. Ну, да. Но я сейчас говорю о качестве. Здесь мы видим с вами мягкое вязаное полотно с добавлением натуральной шерсти. Но прикасаясь к этой вязке, к этому материалу, я чувствую нежность. Слушай, я тоже чувствую нежность, хотя когда натуральная полностью шерсть, допустим, какая-нибудь кардиганчик, он сразу колет кожу, не очень приятные ощущения. И опять же, какая цена у натуральной шерсти? Да. Сейчас в магазинах от 6 тысяч может стоить одна такая туника. У нас цена более приятная, 2699 рублей, и я уверена, что ты сейчас скажешь, что этот материал более выгодный. Ну, давай расскажем, что таки все шерстью-то у нас соединяется. Мы сказали, что здесь 20% шерсти, но она здесь не одна. Ага. Материал настолько мягкий, потому что туда добавлено лайкра 5% для эластичности материала и пан. Пан сегодня добавляют не только для мягкости, но еще и для сохранения цвета. Поэтому, если вы думаете, что шерстяные изделия быстро прощаются с яркостью, вы ошибаетесь. Если добавлен пан и лайкра, цвет будет ярким. До 700 стирок выдерживает туника Лада. А стирать будем как? Стирать при температуре 20 градусов, и ты уже помнишь, что мы используем при стирке детский шампунь. Да, я еще хотела уточнить у тебя насчет вставок. Они не деформируются во время стирки? Нет, конечно. Эко-кожа вообще сегодня поражает своей эластичностью и практичностью. Если мы можем в эко-коже туфельки ходить по улице под дождем, с ней ничего не происходит, то и наши функциональные карманчики, с ними ничего не произойдет. Температура еще раз 20 градусов. Угу. Либо порошок для изделий из шерсти, либо детский шампунь. Вот такой яркий, модный и нарядный. А главное, что вам будет сопутствовать только самые комфортные ощущения. Звоните прямо сейчас и делайте свой заказ. Делайте свой выбор в пользу ярких туник. Туника Лада сегодня по цене премьеры 2699 рублей. И вам будет в подарок платок. Мы продолжаем нашу программу, и давайте вспомним, что мы будем выбирать с вами в новогодние праздники. Если в нашей тунике из вязаных шерстяных изделий мы будем ходить с друзьями на пикники, мы будем гулять на улицах, то за новогодним столом мы будем в блузе вдохновения. Блуза сегодня покорила, конечно же, не только дорогими тканями, такими как шифон, вискоза, но и тем, что она приходит к вам не одна, а с украшением. Это подарок от производителя и телеканала Шоп-н-Шоу в преддверии новогодних праздников. Уже больше 300 модниц заказали себе блузу с кулоном вдохновения. Ну, многие уже с выхода второго нашего часа звонили в эфир и спрашивали, что же за платье на Арине Нагаевой. Арина, раскрывай секрет. Ну что же, его держать в секрете я не буду, я хочу поделиться своей радостью. Свет, ты знаешь, листая модные журналы недавно, я обратила внимание, что сейчас все известные мировые дизайнеры выбирают
кружево за основу и украшение своих нарядов. И мне это очень нравится. Но не только дизайнер выбирает, но и модницы все выбирают сегодня кружево, не случайно. Ты знаешь, ведь этот материал раньше выбирали еще и королевские особы, как дополнение к своему ансамблю. Известная модница Коко Шанель когда-то говорила: если на вас надето кружево, это значит, что на вас уже автоматически есть украшение. Больше украшать себе ничем не нужно. Но Коко Шанель тогда не знала, что в вашем гардеробе уже может быть украшение. Я сейчас хочу снять украшение и передать его Арише для того, чтобы показать, что любое платье мы можем украсить дополнением. Обратите внимание, что сегодня блуза вдохновения, которую вы уже для себя заказали, украшение вы можете носить на любом ансамбле. Вот, посмотрите, готовое решение. А ведь этот кулон пришел вам в подарок вместе с блузой вдохновения, вы же помните? Посмотрите, вот так вы можете выглядеть на Новый год. Даже я так хочу выглядеть на Новый год. Ну Света, все, значит, забираешь. Я хочу сказать, что наше платье Mon Plaisir, сегодня у него премьера впервые. Сегодня наше платье, которое сплошь состоит из дорогого кружева. Оно, кстати, придет к вам не в одной расцветке. У нас два цвета на выбор. Сапфировый синий, маленькое черное платье. Да, я выбираю маленькое черное платье. Мне очень нравится. Это классика в лучшем его исполнении. И цена премьеры у нас сегодня 4699 рублей. Размеры от 50 до 58-го класса. Ну а какие расцветки выбирают наши модели? Лали выбирает сегодня для себя платье Mon Plaisir, тоже черного цвета. Но автоматически уже, когда мы выбираем темный цвет, женщина уже становится изящнее и намного стройнее. Платье Лали черного цвета сочетает с сапогами. Давайте напомним сейчас их название. Это сапоги Рига. Лали уже готова к празднованию Нового года. Мне хочется задать вопрос нашим женщинам. А вы когда будете для себя выбирать новогодний ансамбль? Если вы живете далеко, где живут мои родители, я предлагаю вам уже поторопиться, потому что посылка туда идет более 2 недель. Да, Свет, поторопиться и успеть собрать себе готовый образ. Вот, допустим, на Лали сапоги Рига и платье Mon Plaisir — это для вас бесплатная доставка, а значит, максимальная экономия. Телеканал Shop & Show любит вас, и телеканал Shop & Show хочет, чтобы вы выглядели красиво на Новый год, но при этом не переплачивали своего семейного бюджета. Ну а сейчас давай раскрывать секрет. Почему платье Mon Plaisir меня удивило и покорило? Во-первых, платье состоит из 2 тканей. Внизу закрывает ваше тело вискозное полотно. Почему дизайнеры выбирают вискозу? Потому что она приятна. Вискоза, учитывая то, что она растительного происхождения, волокно, конечно, оно впитывает быстро влагу, тело в нем не потеет, и вискоза с лайкрой хорошо тянется. Дальше. Наше кружево. Давайте посмотрим сейчас, что кружево-то здесь необычное. Оно с переливами. Ой, это очень сложная техника лазерного напыления блестков на ткань. Это уже фабричное производство. Наши поставщики лишь только закупили европейские материалы и сшили из них праздничную коллекцию. Могу напомнить, что кружевные ткани сегодня обладают хорошей прочностью, поэтому не нужно бояться их покупать. Их носить и стирать. Стирайте легко при температуре 20 градусов. Лучше платье вывернуть на изнаночную сторону. Вот здорово, можно так блистать на Новый год. Вот, блистайте и вы тоже в свою новогоднюю ночь. Свет, вот я даже с учетом того, что там есть внизу нижняя юбочка, да, платьица, то мягкая, невероятно мягкая. Очень мягкая ткань. Да. Я хочу сказать, что эластичность ткани позволяет выбирать это платье размер в размер. Ну а если у вас богатые формы, лучше выбрать платье на размер больше. Кстати, Арина выбрала на размер больше. Могу сказать, что платье не добавляет объема, а наоборот, сидит свободно, ощущение, что ты похудела, ты стала более изящной и хрупкой. Да, и выглядит оно на мне достаточно свободно, и чувствую я себя в нем достаточно свободно. Я бы такое и выбрала, обязательно на размер больше, потому что я не люблю, когда платье утягивает, особенно если я собираюсь в гости или праздновать, допустим, я не только Новый год в таком платье буду праздновать, я его буду надевать каждый раз, когда будет какое-нибудь событие. Если сейчас вспомните о последних модных новинках, могу сказать, что бархатные ткани и кружевные не уступают своих позиций. Какие бы ткани ни были в вашем гардеробе, помните, что платье, особенно на торжественные случаи, должно быть особенным. Если вы тщательно подходите к выбору своего гардероба, это непременно платье Mon Plaisir. Дорогое кружево, усыпанное ярким блеском. Могу сказать, что это новые технологии, современные ткани, ну и, конечно же, уникальность ваша. Выбирайте свое платье, и вы станете элегантной леди. И не забывайте, каждой покупке платок в подарок. До новой встречи, Арина Нагаева и Светлана Воронцова. Пока!